Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Михаил, и вы находитесь на канале Виконста. Сегодня речь пойдет о буксах, их статистика и заработок. Первый будет Scarlet Clicks. Здесь я остановился на 750 рефералов. И, как видите, статистика более-менее стабилизировалась по поводу рецикла. Максимум в день я делаю 2-3 рецикла, так как практически все рефералы из 750 у меня кликают. То есть держу их в районе этого количества. Автопей снимает практически одинаково. Конечно, есть небольшие скачки. Но в среднем, в принципе, букс платит, все нормально. Вот поставил еще на вывод 23,92, вывел уже 185 баксов. То есть потихоньку держу статистику в более-менее нормальном диапазоне. Следующий сайт GPT Planet. Здесь статистика тоже стабильная, она уравнялась вроде бы. Доход здесь колебается от 0,7 до доллара в день. То есть потихонечку, вот вывел 85, еще поставил 22 доллара на вывод. То есть букс платит, сейчас осмотрел по отзывам по форуме, где-то в районе 2 недель. Раньше было 40-45 дней, сейчас уже вроде бы стабилизировалось до 2 недель выплаты. Ну посмотрим, как будет выплаты. То есть в принципе здесь все нормально, ориентировочная аренда рефералов у меня 750. То есть ни больше, ни меньше. Кому интересно, то если вы работаете на Scarlet GPT, держите в этом пределе, и доход у вас будет чуть меньше, если у вас будет 1000 рефералов. То есть приблизительно от 0,7 до доллара в день. Следующий сайт ClickBook. Многие мне пишут в комментарии, в личку, что подскажи, пожалуйста, что с буксом, почему банят, почему нет выводов. Ребята, читайте фак. Не знаю, у меня с аккаунтом все нормально, никаких банов, ничего у меня нет. Еще раз повторяю, чтобы вас не забанили. Не знаю, может я какое-то исключение, но первое, это всегда вводите свои правильные платежные данные. И когда вы регистрируетесь там Perfect Money, Payer, там Payza, всегда вводите фамилию, имя настоящее. Делайте верификацию кошельков, это ничего страшного здесь нет. И при регистрации обязательно указывайте свои реальные данные, чтобы не было проблем. Аккаунт зарегистрирован на одну фамилию, кошелек на совсем другую. Так что админы начинают выводить деньги, а не со стыковкой, поэтому начинают банить аккаунты. Второе, что не пользуйтесь никакими там дополнительными расширениями. Я вообще себе полностью все подключал, потому что вдруг какая-то там, не знаю, небольшая ошибка будет, и просто обидно будет, что забанят на этом сайте. Обязательно после каждой выплаты делайте скриншот. Я в предыдущем видеоролике описывал, как это все просто делается. Не надо там по полчаса что-то выдумывать. Максимум 5 минут в день займет отправить скриншот на форум, и есть 100% гарантия, что вы получите следующую выплату. Так как вы этого не хотите делать, то реально эти админы смотрят, ну человек там пришел, закинул денег, потихоньку выводит, ни с кем ничем не делится, поэтому банят. Ну, я ничем помочь вам не могу, каждый сам решает регистрироваться, вкладывать, я делаю только рекомендации. Я вот получил выплату, зашел на форум, к примеру, на Payments Proof, сделал новый пост, сделал выплату. Все, вот как люди постят там, спасибо, там, вот моя выплата, даже доллар 17. Так что, вот все поздравляют, ничего здесь сложного нет, и вам всем советую. И кто хочет зарабатывать без вложений, обязательно на саппорт отправляйте им ваши фамилия, имя, сделайте верификацию аккаунта. То есть заходите на контакт, создавайте новый тикет. Это оставляете General Support, здесь вы выбираете Verification и с помощью Google переводчика скажите, там напишите, что я хочу верифицировать аккаунт, я зарабатываю без вложений. Все, нажимаете в капчу, вводите, нажимаете Send. Все, на этом процесс верификации будет вам уже в дальнейшем понятен, что вам нужно будет делать.
Что касается статистики, были небольшие проблемы на буксе, но все стабилизировалось. Мне многие писали, что делать, Михаил. Я говорю, ничего не делайте, ждем, пока восстановится. И вот, как видите, все восстановилось в прежнем духе, зарабатываем далее. Вывел уже 177 долларов, поставил на вывод 23.70. Все работает, все отлично. Дальше, клик стерео. Здесь все нормально, статистика не прыгает, все стабильно, ровно, 800 рефералов. Вот уже 22 доллара накопилось, скоро буду ставить на вывод, я вывожу уже по максимуму. Так что идем дальше и развиваемся. Следующий проект UniClick. Я здесь купил апгрейд приват, как я показывал в предыдущем видеоролике по UniClick. И здесь уже набрал 700 рефералов. То есть пока мне по заработке говорить рано, так как еще рефералы не все раскликались и постоянно клики растут, растут и растут. То есть с буксом все нормально. На балансе 7 долларов, на балансе для покупок 53, вывел 48. В дальнейшем хочу купить апгрейд на 90 дней за 54 доллара, чтобы набрать 1000 рефералов и потом уже выводить чистый доход. Там будет в районе 30 долларов в месяц. Следующий букс Clix Union. Здесь проблем нет. В принципе, здесь собираю еще на вывод. Вывел 55 долларов. Кстати, небольшая такая заметка есть по поводу самого букса. В разделе FAQ они написали, что по поводу автопэя. Пожалуйста, посмотрите, если ваш автопэй активен, то он будет включаться и срабатывать лишь тогда, когда у вас остается 20 и больше дней до окончания срока рефералов. Но я вот так посмотрел на своих рефералов, у меня меньше 20 дней. То есть, я не знаю, по идее должны меня отключить его, ну, вроде бы все с ним нормально. Я пока особо в это дело не вникал, но пусть будет. В принципе, так что если кто работает на буксе, наблюдайте, чтобы не было никаких потом проблем. Для чего они это написали, я до сих пор сказать вам не могу, но еще надо будет поразбираться, почитать форум, поспрашивать, так что кому интересно будет, тоже можете повникать в это дело и посмотреть. Ну, а так, статистика нормальная. Опять собираю деньги на вывод. В принципе, букс платит в течение суток. Гуру Кликс. Здесь вывел 34. Собираю деньги на баланс на очередной вывод. Доход здесь 15 долларов в месяц, где-то чистыми. Здесь около 25. Так, и последний букс, букс Кап. Этот букс я тестирую пока без вложений, уже насобирал 89 центов и потом, может быть, закину пару баксов для того, чтобы проверить вывод, так как здесь есть ROI. То есть вы, к примеру, внесли 10 долларов, можете вывести 14,50. Там внесли доллар, можете вывести доллар 45. Ну, скорее всего, что на данном апгрейде, который нам дается в подарок до 35 тысяч пользователям, вы особо денег не заработаете, нужно уже будет задумываться и покупать более дорогой, там за 25 долларов в месяц и набирать побольше рефералов. Соответственно, и ROI будет больше и заработок. Ну, пока я сюда деньги не вкладываю, так как букс новый, он, в принципе, только недавно начал работать, и поэтому особо я сюда еще денег не инвестирую, пока есть посмотрю, почитаю отзывы, как что люди говорят. Так что вот такие вот дела по заработку. Кому интересно, подписываемся на мой канал, обязательно ставим лайки, пишите комментарии под этим видео, что вам непонятно, может быть что-то рассказать, отдельный видеоролик снять, может быть о верификации там аккаунта или выплат. Я не знаю уже, просто многие спрашивают. Кликбук, Кликстерия, Юниклик, админы, мошенники. Ну, не знаю, меня это не касается. Я, в принципе, правила не нарушаю и вам не советую. Так что такие вот дела. Ну, так, всем спасибо за внимание. Всем пока.